Всем привет! Едем мы в гости. Савешка, пошли! Пойдем. Не знаю, как она со мной себя будет в автобусе вести. Но ехать недолго, в принципе. Надела штаны. Что-то какое-то все разноцветное получилось. Ну ладно, ничего страшного. Дети, можно. Ладно. Счастливая. Так что едем к Кате в гости. Сейчас я возьму ее на ручки. Опа, о. Коляску не брала, потому что... А тут ехать, и потом сразу же зайдем в Мигрос. Я надеюсь, Катя мне поможет. Так. Она не сидит в коляске. Взяла я эрго-рюкзак, если что, на обратном пути. Но еще муж меня здесь встретит. Мы с ним поругались, поэтому я влоги не снимаю. Вот, сейчас вот идем в гости, и вот решила снять. Я так ничего не снимаю, настроения нет. Вот. Покажу такие шлепки. Ну, такие, в них можно в город ездить. Вот, кошелек купила. Вот. Так что, ой, тут еще дорогу делают. Автобус. Их. Если я раньше вышла бы, я бы успела бы. Ну ладно. Не судьба. Будем другого ждать. Тут все строят. Автозаправку. Просто тут до остановки недалеко. Я так поняла, Катя тоже недалеко живет. Ну ладно. Эрго-рюкзак и все. Потому что с этими колясками таскаться... Ой, не знаю. Я на руках понесу, ничего страшного. Я уже привыкла ее таскать, поэтому... Ничего. Ладно, еще включусь. Наверное, уже дома включусь у Кати. Но если она разрешит снимать квартиру. Я как это... Люблю снимать квартиры. Вот. Фух. Ну, ничего. Где? Скажи. Скоро, скажи, мам, я сама буду ходить. И не надо меня будет таскать. Меня мама до 5 лет носила на руках. Не знаю, как она меня носила. Давай сядем. Сейчас сядем. Опала. Взяла я эти палочки соленые. Сиди, сиди. Вот так что, если не будет хорошо себя вести, я и соленых палочек дам, да? И раба. Так что мы поехали. Жарко очень сегодня, очень. Жара. София, кстати, в гостях. София спит, вон там Фатих бегает. Сейчас покажу вид из окна. Слушайте, все время здесь гулял. Он не здесь, а парк у нас есть, Дэн парк. Там постоянно гуляла и вот все время смотрела на эти дома. Хотела здесь побывать, посмотреть из окна, какой вид. Кстати, видно Кони Алты. Сейчас вот переверну. Вот, включила фотоспышку. Вон Фатих тут бегает. Кс-кс-кс. Такой вот. Видите, какой вид шикарный. Просто можно даже музыку наложить и показать. Красота. Вот такой вот вид. Потихо. Да. Сейчас еще покажу. Надо на балкон выйти. Сейчас я выйду на балкон. Вывески. Вот. В общем, такой зал огромный. Огроменный. Кате убирать много. Вот зал тут, а тут коридор. Ходи, 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 броди. Ходи, броди. Я отсюда зайду, да, балкон можно? Да, если хочешь там все открывать, смотри. Ну, сейчас я вид просто хочу так показать. О. Можно посидеть, покачаться. Вот какая-то камень. Меня вид интересует. Вид, конечно, классный. Это что вообще? Крутяк. У меня аж руки трясутся, потому что я очень боюсь высоты. Не знаю, как на самолетах летаем. Вот, видите, какая красота. До сюда доплывают кораблики с бухты Марина. И разворачиваются, и обратно уже. Вот, видите, руки трясутся.
Я извиняюсь, вон видите. Дома, тут бассейны, коттеджи. Снимать очень дорого. Вот, красота. Тут можно посидеть, покачаться. Какой-то камин. Я не знаю, что тут у Кати. Надо будет спросить. Качать. Классно. Вот есть здесь весь влог и пройдет. Я проснется, потом покачаемся. Эти качельки. Вон там таких ходит. Ладно, пойду дальше вам покажу, что есть интересненького. Ну да, так чуть-чуть. Потом еще сниму. Ну. Да, это тут кухня. Катя тут кушать готовит. И там уже идут всякие пустые комнаты, я уже их снимать не буду. Тут тоже, кстати, классный вид. Продолжение. А, тут маленький балкон. Потом покажу Катину комнату, если она не против. Видите, есть батареи. Это я своему мужу покажу, скажу, есть батареи. А тут, ладно, вот, вот коридор такой. Вот. Вот. Там ванная. И дальше вот комнаты 1, 2, 3 пустые. Так что их играет с этой, с фотовспышкой или как, с фонариком. Ей! Киса! Ты кусачая киса, а? Хорошая киса. София проснется, будешь с ней играть. Ладно, еще прочусь. Ты хорошая киса? Вот, мы будем кушать пельмешки. Катя сама пельмешки сделала. Салатик тут. Соусы, кетчуп, майонез. Типа йогурта. Нашей сметаны. Так что будем кушать. Сейчас Катя еще принесет. Погодка хорошая. София спит. Вот солнышко выглядело, там выглянуло. Там, кстати, в той стороне Кони-Алты. Район, пляж. Видите, как красиво стало, когда солнышко выглянуло. Так даже как-то... И покрасивее стало все. Такая красотень. Смотрите, как у них тут все сделано. У меня от этого, от высоты руки трясутся. Я боюсь высоту. Когда вот камеру туда вниз так делаю, у меня аж это... Ну, там... Что-то делают все. Тут что-то своими делами занимаются, стригут. Порядки приводят свои огородики. Огородики, это как это? Огород, не огороды, а эти полянки или как вот эти для отдыха, это как они называются? По полян, да, такие свои? Сады. Ну, в садах, да. В огородиках тоже. Там он тоже бассейн. Продают, да? На раздают, ведь туристы же прилетают. Ну, будем сейчас вкусняшку есть. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Мы тоже будем кушать, пока София спит. Да? Нет, фотоспышки. София, ку-ку! Ку-ку! Нравится? Да, на. Нравится? Скажи, еще бы не нравилось. Да. Смешная такая. Знаешь, когда дети вырастают, показываешь им видео потом. Это наше детство, ничего не могли снимать, правильно ведь? Только фотки остались. Только фотки и то. Ну, у меня, видишь, у меня фоток не осталось, потому что у меня мама сбегала от моего отца. Нету фоток. Не. Все? Накачала?